Русская народная сказка «Иван-царевич и серый волк». Жил-был царь Берендей, у него было три сына. Младшего звали Иваном, и был у царя сад великолепный. Росла в том саду яблоня золотыми яблоками. Стал кто-то царский сад посещать, золотые яблоки воровать. Царю жалко стало своего сада. Посылает он туда караулы. Никакие караулы не могут уследить похитника. Царь перестал пить и есть, затосковал. Сыновья отца утешают. «Дорогой наш батюшка, не печалься, мы сами станем сад караулить», — старший сын говорит. «Сегодня моя очередь, пойду стеречь сад от похитника». Отправился старший сын. Сколько ни ходил, с вечеру никого не уследил. Припал на мягкую траву и уснул. Утром царь его спрашивает. «Ну-ка, не обрадуешь ли меня? Не видал ли ты похитника?» «Нет, родимый батюшка, всю ночь не спал, глаз не смыкал, а никого не видал». На другую ночь пошел средний сын караулить и тоже проспал всю ночь, а наутро сказал, что не видал похитника. Наступило время младшего сына идти стеречь. Пошел Иван-царевич стеречь отцов сад, и даже присесть боится не то, что прилечь. Как его сон задолит, он росой с травы умоется, сон и прочь с глаз. Половина ночи прошла, ему и чудится. В саду свет, светлее и светлее, весь сад осветило. Он видит, на яблоню села жар птица и клюет золотые яблоки. Иван-царевич тихонько подполз к яблоне, поймал птицу за хвост. Жар птицы встрепенулась и улетела. Осталось у него в руках одно перо от ее хвоста. На утро приходит Иван-царевич к отцу. «Ну что, дорогой мой Ваня, не видал ли ты похитника?» «Дорогой батюшка, поймать не поймал, а проследил, кто наш сад разоряет. Вот от похитницы память вам принес. Это, батюшка, жар-птица». Царь взял это перо и с той поры стал и пить, и есть, и печали не знать. Вот в одно прекрасное время ему и раздумалось об этой жар-птице. Позвал он сыновей и говорит им: «Дорогие мои дети, оседлали бы вы добрых коней, поездили бы по белу свету, места познавали, не напали бы где на жар птицу». Дети отцу поклонились, оседлали добрых коней и отправились в путь-дорогу. Старший в одну сторону, средний в другую, а Иван-царевич в третью. Ехал Иван-царевич долго ли, коротко ли, день был летний. Приустал Иван-царевич, слез с коня, спутал его, а сам свалился спать. Много ли, мало ли времени прошло, пробудился Иван-царевич, видит, коня нет. Пошел его искать, ходил, ходил, а нашел своего коня, одни кости обглоданные. Запечалился Иван-царевич, куда без коня идти в такую даль? Ну что ж, думает, взялся, делать нечего. И пошел пеший, шел-шел, устал до смерточки. Сел на мягкую траву и пригорюнился. Откуда ни возьмись, бежит к нему серый волк. «Что, Иван-царевич, сидишь, пригорюнился, голову повесил? Как же мне не печалиться, серый волк, остался я без доброго коня». «Это я, Иван-царевич, твоего коня съел. Жалко мне тебя. Расскажи, зачем вдаль поехал, куда путь держишь?» «Послал меня батюшка поездить по белу свету, найти жар-птицу». «Фу-фу, тебе на своем добром коне в 3 года не доехать до жар-птицы. Я один знаю, где она живет. Так и быть, коня твоего съел, буду тебе служить верой и правдой. Садись на меня, да держись крепче». Сел Иван-царевич на него верхом. Серый волк и поскакал. Синие леса мимо глаз пропускает, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до высокой крепости. Серый волк и говорит: «Слушай меня, Иван-царевич, запоминай. Полезай через стену, не бойся, час удачный. Все сторожа спят. Увидишь в тереме окошко. На окошке стоит золотая клетка, а в клетке сидит жар-птица. Ты птицу возьми, за пазуху положи, да смотри, клетки не трогай.
Иван-царевич через стену перелез, увидел этот терем, на окошке стоит золотая клетка, в клетке сидит жар-птица. Он птицу взял, за пазуху положил, да засмотрелся на клетку. Сердце его и разгорелось. Ах, какая золотая, драгоценная! Как такую не взять? И забыл, что волк ему наказывал. Только дотронулся до клетки, пошел по крепости звук. Трубы затрубили, барабаны забили. Стража пробудились, схватили Иван-царевича, повели его к царю Афрону. Царь Афрон разгневался и спрашивает: «Чей ты? Откуда?» «Я царя Берендей, сын Иван-царевич». «Ай, срам какой! Царский сын, да пошел воровать! А что же, когда ваша птица летала, наш сад разоряла? А ты бы пришел ко мне, по совести попросил, я бы ее так отдал, из уважения к твоему родителю, царю Берендею. А теперь по всем городам пущу нехорошую славу про вас. Ну ладно, сослужишь мне службу, я тебя прощу. В таком-то царстве у царя Кусмана есть конь златогривый. Приведи его ко мне, тогда отдам тебе жар-птицу с клеткой». Загорюнился Иван-царевич, идет к серому волку. А волк ему: «Я ж тебе говорил, не шевели клетку. Почему не слушал мой наказ?» «Ну, простишь ты меня, прости, серый волк. То-то прости, ладно, садись на меня». Взялся за гуж, не говори, что не дюж. Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Долго ли, коротко ли, добегают они до той крепости, где стоит конь златогривый. «Полезай, Иван-царевич, через стену, сторожа спят, иди на конюшню, бери коня, да смотри, уздечки не трогай». Иван-царевич перелез в крепость, там все сторожа спали, зашел на конюшню, поймал коня златогривого, да позарился на уздечку. Она золотом, дорогими камнями убрана, в ней златогривому коню только и гулять. Иван-царевич дотронулся до уздечки, пошел звук по всей крепости. Трубы затрубили, барабаны забили. Сторожа проснулись, схватили Иван-царевича и повели к царю Кусману. «Чей ты? Откуда?» «Я Иван-царевич». «Эх-ка, за какие глупости взялся коня воровать? На это простой мужик не согласится. Ну ладно, прощу тебя, Иван-царевич, если сослужишь мне службу». У царя Далмата есть дочь Елен Прекрасная. Похить ее, привези ко мне, подарю златогриву коня с уздечкой. Еще пуще пригорюнился Иван-царевич, пошел к серому волку. «Говорил я тебе, Иван-царевич, не трогай уздечку, не послушал ты моего наказа. Ну, прости же меня, прости, серый волк, то-то прости, да уж ладно, садись мне на спину». Опять поскакал серый волк с Иваном-царевичем. Добегают они до царя Далмата. У него в крепости в саду гуляет Елена Прекрасная с мамушками, нянюшками. Серый волк говорит: «В этот раз я тебя не пущу, сам пойду. А ты ступай обратно путем дорогой, я тебя скоро нагоню». Иван-царевич пошел обратно путем дорогой, а серый волк перемахнул через стену да в сад. Засел за куст и глядит. Елена Прекрасная вышла со своими мамушками, нянюшками. Гуляла-гуляла и только приотстала от мамушек и нянюшек, серый волк ухватил Елену Прекрасную, перекинул через спину и нутек. Иван-царевич идет путем дорогой. Вдруг настигает его серый волк. На нем сидит Елена Прекрасная. Обрадовался Иван-царевич, а серый волк ему: «Садись на меня скорее, как бы за нами погони не было». Помчался серый волк с Иваном-царевичем, с Еленой Прекрасной обратной дорогой. Сияние леса мимо глаз пропускает, реки, озера хвостом заметает. Долго ли, коротко ли, добегают они до царя Кусмана. Серый волк спрашивает: «Что, Иван-царевич, приумолк, пригорюнился? Да как же мне, серый волк, не печалиться, как расстанусь с такой красотой? Как Елену Прекрасную на коня буду менять? Не разлучу я тебя с такой красотой, спрячем ее где-нибудь, а я вернусь Еленой Прекрасной, ты веди меня к царю». Тут они Елену Прекрасную спрятали в лесной избушке. Серый волк перевернулся через голову и сделался точь-в-точь Еленой Прекрасной.
повел его Иван-царевич к царю Кусману. Царь обрадовался, стал его благодарить. «Спасибо тебе, Иван-царевич, что достал мне невесту. Получай златогривого коня с уздечкой». Иван-царевич сел на этого коня и поехал за Еленой Прекрасной. Взял ее, посадил на коня, и едут они путем дорогой. А царь Кусман устроил свадьбу, пировал весь день до вечера. А как надо было спать ложиться, повел он Елену Прекрасную в спальню. Да только лег с ней на кровать, глядит волчья морда вместо молодой жены. Царь со страху свалился с кровати, а волк удрал прочь. Нагоняет серый волк Иван-царевич и спрашивает. «О чем задумался Иван-царевич?» «Как же мне не думать? Жалко расставаться с таким сокровищем, конем златогривым, менять его на жар-птицу». «Не печалься, я тебе помогу». Вот доезжают они до царя Афрона. Волк и говорит. «Этого коня, Елену Прекрасную, ты спрячь, а я обернусь конем златогривым, ты меня веди к царю Афрону». Спрятали они Елену Прекрасную и златогривого коня в лесу. Серый волк перекинулся через спину, обернулся златогривым конем. Иван-царевич повел его к царю Афрону. Царь обрадовался, отдал ему жар-птицу с золотой клеткой. Иван-царевич вернулся пеший в лес, посадил Елену Прекрасную на златогривого коня, взял золотую клетку с жар-птицей и поехал путем дорогой в родную сторону. А царь Афрон велел привести к себе дареного коня и только хотел сесть на него, конь обернулся серым волком. Царь со страху, где стоял, там и упал. А серый волк пустился на утек и скоро догнал Иван-царевича. «Теперь прощай, мне дальше идти нельзя». Иван-царевич слез с коня и три раза поклонился до земли, с уважением отблагодарил серого волка. А тот говорит, «Не навек прощайся со мной, я еще тебе пригожусь». Иван-царевич думает, «Куда ж ты еще пригодишься? Все желания мои исполнены». Сел на златогривого коня, и опять поехали они вместе с Еленой Прекрасной, с жар-птицей. Доехал до своих краев, вздумалось ему пополнивать. Было у него с собой немного хлебушка. Ну, они поели, ключевой воды попили и легли отдыхать. Только Иван-царевич заснул, наезжают на него его братья. Ездили они по другим землям, искали жар-птицу, вернулись с пустыми руками. Наехали, видят, у Иван-царевича все добыто. Вот они и сговорились. «Давай убьем брата, добыча вся будет наша». Решили и убили Иван-царевича. Сели на златогривого коня, взяли жар-птицу, посадили на коня Елену Прекрасную и устрашили ее. «Дома не сказывай ничего. Лежит Иван-царевич мертвый, над ним уж вороны летают. Откуда ни возьмись, прибежал серый волк и схватил ворона с вороненком. Ты лети-ка, ворон, за живой мертвой водой. Принесешь мне живой и мертвой воды, тогда отпущу твоего вороненка». Ворону делать нечего, полетел, а волк держит его вороненка. Долго ли ворон летал, коротко ли, принес он живой воды и мертвой воды. Серый волк спрыснул мертвой водой раны Иван-царевичу. Раны зажили, спрыснул его живой водой, Иван-царевич ожил. «Ох, как же я крепко спал!» «Крепко ты спал, — говорит серый волк, — кабы не я, совсем бы не проснулся. Родные братья тебя убили и всю добычу твою везли. Садись на меня скорей». Поскакали они в погоню и настигли обоих братьев. Тут их серый волк растерзал и клочки по полю разметал. Иван-царевич поклонился серому волку и попрощался с ним навечно. Вернулся Иван-царевич домой на коне златогривом, привез отцу своему жар-птицу, а себе невесту, Елену Прекрасную. Царь Берендей обрадовался, стал сына спрашивать. Стал Иван-царевич рассказывать, как помог ему серый волк достать добычу, да как братья убили его сонного, да как серый волк их растерзал. Погоревал Берендей и скоро утешился. А Иван-царевич женился на Елене Прекрасной, и стали они жить-поживать, да горе не знать.